Торжественное открытие нового центра активного долголетия прошло в селе Бирючевка Ульяновского района. Учреждение заработало на базе местной школы, кабинеты которой опустели. Теперь под крышей учебного заведения будут не только получать знания дети, но и встречаться, общаться и создавать что-то новое представители более почтенного возраста. Именно наполнение новыми смыслами этой школы позволит нам здесь сохранить тех людей, которые здесь проживают. Именно поэтому созрела идея использовать освободившиеся помещения под создание Центра сельских инициатив. На данный момент Центр долголетия представляет собой кабинет здоровья, оснащенный современным оборудованием для различного вида массажа. Местные пенсионеры уже успели опробовать на себе продукт технического прогресса. Как ощущение? Очень хорошо. Приятно? Приятно. Ну, конечно, еще больше. Приятно. Очень хорошо. О, хорошо. Приятно. Центр долголетия – это в первую очередь живое общение, которого так не хватает пожилым людям. Организация досуга – одна из важных задач, которую преследует руководство учреждения. И когда у нас приходит после вот таких центров здоровья, центров активного долголетия, люди уже по-другому себя чувствуют. И мы им обязательно ставим условия, чтобы они жили не меньше, чем до 100 лет. Поэтому мы будем все для этого сделать, чтобы они дожили долго, счастливо, не болели. Однако одним только кабинетом здоровья здесь точно ограничиваться не собираются. В планах на будущее открыть на базе центра долголетия еще и местный ТОС, который поможет поселению развиваться в различных социальных направлениях, а там и досуг разнообразит, и новую пекарню возведут.